партнерами, которые ставят им настоящие задачи. Неотъемлемая научная часть форума «Премия глобальной энергии» в этом году досталась Михаэлю Грецелю из Швейцарии. За заслуги в разработке фотоэлементов, известных как «Ячейки Грецеля», ученый получит грант в 39 миллионов рублей. А вот и российская революционная разработка «КамАЗ-беспилотник». Городской автобус-шаттл на 12 мест способен развивать скорость до 40 км в час. Насколько сможет разогнаться российская экономика, на форуме ответ на этот вопрос, по крайней мере, приобрел весьма четкие очертания. Татьяна Ремезова, Михаил Антоненков, Сергей Шлыков, Петр Равнов и Владимир Озеров. Вести, Санкт-Петербург.